Положительный тест на COVID за прошедшие сутки получили 1236 жителей Одесской области, из них 568 одесситов. В инфекционной больнице в тяжелом состоянии находится 226 пациентов, трое подключены к аппаратам ИВЛ. Свободных мест в городских больницах по-прежнему не хватает. Для госпитализации имеется лишь 39 коек. Волонтеры сообщают, что десяткам инфицированных с низкой сатурацией в госпитализации отказывают, кладут только тяжелобольных. От осложнений в области умер 41 пациент. 595 человек дождались своего негативного результата. Стало известно, что количество госпитализаций в Одесской области выросло до 40% из-за обнаруженного британского штамма ковида. Специалисты предполагают, что массовый завоз этой разновидности вируса произошел во время рождественских праздников. Тяжело переносят болезнь пациенты, имеющие сопутствующие заболевания. Британский штамм коронавируса впервые обнаружили в сентябре прошлого года. От китайского его отличают коротким инкубационным периодом в 1-3 дня. Он реже протекает в легкой форме и характеризуется высокой смертностью. В Одесском регионе продолжается вакцинация. За минувшие сутки первый укол получили 580 человек. Всего инъекцию ввели 10 700 раз.